Увидев эту древнеегипетскую часовню, легко вообразить себе какую-нибудь таинственную мистическую историйку, наподобие какой-нибудь, опять же, мумии 5 или мумии 10. Thank you.
Встретить этот склеп было совершенной неожиданностью для меня на чисто католическом кладбище в центре Варшавы. Я даже не представлял, кто, кому он вообще принадлежал и каким образом мог появиться тут. Потом уже в интернете нашел, что этот склеп был установлен Густавом Каменским. Кто же это такой? Это выпускник, родился он 5 апреля 1848 года в Седельцах, в местечке под Варшавой, и умер 31 января 1930 года в Варшаве. В 1870 году, интересный факт, окончил Петербургский государственный институт технологический. И потом был известным инженером, участвовал в разработках и постановке цементной промышленности в Польше. Одновременно он был и пейзажем, новеллистом, и драматургом. В основном же его основная профессия, как я уже говорил, была инженер строительных технологий. Его произведения довольно-таки оригинальные, но мало известны даже в Польше, потому что он их печатал только в периодических изданиях и никогда они не выходили в одном отдельной книгой. Вот все, что известно об этом интересном. Возможно, человек и в этом склепе оригинальном, который, в общем-то, не характерен. Его египетские мотивы о многом говорят, может, даже о его масонских, что несомненно, связях, а также и о его интересах. О его творчестве скажем пару слов. Приняв псевдоним Гамастон, объединив в этом два значения, латинское и английское слово «камень», что еще раз как бы ведет от него прямая дорога к масонам, он был очень популярен в 20-х годах, и многие его произведения были перенесены на театральную сцену. Ну, например, можно вот назвать, какие у него были повести и новеллы. «Черная загадка», «Белая роза», «Житие», «Жизнь Лампарда», «Фата Моргана», «Огонь королевского коня» и так далее и тому подобное. Как я уже отмечал, его известность потом уменьшилась практически до нулевой. Ну и за успех 20-х годов тоже был практически забыт. Это сейчас чисто архивный экземпляр его творчества.